Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В галерее «Новое пространство» в Самарской областной библиотеке открылась выставка по итогам фотоконкурса «Самарский взгляд». В этом году в адрес оргкомитета конкурса поступило почти 2000 работ. Помимо жителей Самары, на суд жюри прислали свои фотоснимки авторы из 17 регионов России и Казахстана. В итоговой экспозиции 196 фоторабот. Природа и люди, события и настроение города, спорт и другая реальность. На эти фотоработы обязательно стоит посмотреть. Выставка продлится до 15 апреля. Вход свободный. Не пропустите крупнейшее ежегодное филологическое мероприятие страны – «Тотальный диктант». В субботу можно будет проверить знания родного языка вместе с тысячами сограждан. В этом году в Самаре диктант пишется на 4 площадках – в 2 университетах и 2 библиотеках. Но, судя по информации на официальном сайте мероприятия, свободные места остались только на ведущей площадке – в Самарском университете. Конечно же, к «Тотальному диктанту» можно присоединиться онлайн. Все подробности и регистрация участников на официальном сайте мероприятия. Театр «Самарская площадь» в выходные покажет любимую многими самарцами комедию «Роддом» в 13:00 в субботу. Спектакль – победитель театральной премии зрительских симпатий «Браво» в номинации «Любимый спектакль». Ну и комедию по пьесе Чехова «Вишневый сад» 9 апреля в 18:00. Классика на все времена. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!